продолжаю отвечать на вопросы своих клиентов и подписчиков. Итак, поступил вопрос, как правильно выбрать мир. Хочу немножко рассказать, и, возможно, это вам поможет в вашем выборе, не только у меня, и, в принципе, в выборе мехов, когда вы будете заниматься этим вопросом. Меха есть разные. Есть цельнокроенные, есть из кусочков, есть вязаные. Так вот, сразу вам скажу, что вязаный вариант, вы должны сразу понимать, что этот мех будет у вас везде. На юбках, в глазах, на слизистой везде. И норки, и лисы в особенности очень сильно сыпятся. Поэтому эти меха для себя я отметаю. Хотя некоторые клиенты у меня заказывают, я везу, но я должна сразу предупредить вас об этом. Спасибо.